Я просто хочу, чтобы у соседей закончился ремонт. Ну, пожалуйста, просто остановитесь. Эти сторис должны были быть здесь вчера, но вчера мы все знаем, что произошло, поэтому... Первая новость. Говорят, что с 1 октября в Финку будут некоторые послабления для жителей России, конкретно Петербурга в том числе. Что тебе могут выдать визу, ну, с отрицательным тестом ПЦР, потому что спутник там все еще не котируется. Но тебе могут выдать визу, если у тебя просроченный двухлетний шенген был, финский. Как раз моя история. Моя остановочка, ребята. Другой вопрос, что у меня паспорт заканчивается в 22-м году. У меня осталось чуть больше полугода. Месяца 8 у меня осталось всего до паспорта. Ну, там... Пока то все, короче, полгода. В общем, уже там скоро, наверное, и паспорт пора будет менять. Соответственно, и шенген, наверное, у меня нового там. Ну, не будет же там этой визы. Короче, не знаю, но... Но очень визу хочется, ребят. Визу хочется в Европию. Вторая новость не менее важная. Ну, нет, вообще не важная, но тем не менее печальная. Я где-то потеряла... У меня была очень клевая брошь, такой листик гальванизированный. Вот это вот все. И я ее потеряла. Теперь у меня шарфик не застегивается. Мой палантин. Как палантир, только палантин. Ну вот. Но новость про визы, конечно, важнее. С другой стороны, даже неплохо, что мне придется поменять паспорт, потому что у меня на паспорте, который я получала в 2012 году, у меня был на 10 лет, получается, биометрический, там у меня такая всратая фотка, ребята. Там у меня было ощущение, что меня просто ненавидела женщина, которая делает фотку на паспорт, потому что там ощущение, что как будто я там опухшая с перепоя неделю, и при этом меня еще били по лицу очень сильно, вот это вот все там. Я не знаю, как меня пропускали на границах с такой фоткой, потому что открывали паспорт, такие типа... Вы уверены, что это вы? Я такая, нет, не уверена, не уверена. Но женщина, которая делала фотку, походу, дела, видит меня именно так. Поэтому даже есть бонус в том, что я поменяю себе загранник. Ну, блин, очень... Очень надеюсь на визу. Еще в интернете я увидела, что сегодня День учителя. Я не слежу за праздниками, поэтому не знаю о них. Но сегодня День учителя. Пойду выпью за то, что хвала всем богам на этом свете. Учителем я так и не стала, несмотря на свое педагогическое образование. Пойду вас благодарю всех, не знаю, плесну винишком в каждый угол своей квартиры, что я не стала учителем. Потому что моя жизнь сейчас прекрасна и великолепна. А если бы я стала учителем, я бы, наверное, уже поехала кукухой и умерла в нищете. Поэтому ура. Ура. В этот день я буду радоваться, что я не стала учителем. На миллиард звездных ночных плеяд.
сходишь с ума. И пока ты еще Йо-йо-йо! Я подумала, что на всякий случай вдруг в этот аккаунт приходят люди, ну, просто откуда-то. Непонятно откуда, а не те, кто меня и так знают. Так вот, короче, я не просто человек, который что-то там красится иногда. Да бухтит в сторис. Я на самом деле этот, ты ж художник, поэтому если вдруг вы не знаете, что я на самом деле делаю и ху из ху, то вот мой настоящий аккаунт. Если вы интересуетесь, что сейчас происходит, то мне пришли футболки, которые я печатала. По крайней мере, я надеюсь, что это они, я хер знает. Как раз моя история. Моя остановочка, ребят. Вторая новость не менее важная. Теперь у меня шарфик не застегивает. Но новость про визы, конечно, важнее. С другой стороны, даже неплохо, что мне придется поменять
поменять паспорт, потому что у меня на паспорте, который я получала в 12 году, у меня был на 10 лет. Всратая фотка, ребят. Но новость... Виза, конечно, важнее. Эй, суперкот. Привет. Тебя еще не выселили из квартиры, да? Не пришел никакой хрен? Блин, ребята сделали все очень классно, конечно, просто. Мяу. Эй, супер.